Всем привет все-таки еще раз. Вас приветствует Love Crimson. И такой быстрый довольно-таки стрим. Я там неправильно время рассчитал, поэтому у меня есть еще возможность показать еще один бой сегодня. И этот бой будет между командами ТП Бета и командой РМТ. РМТ команда из России. ТП Бета это такая команда стран СНГ. Российские и украинские пилоты. И вот сейчас мы уже сразу же прям попадаем в бой, буквально, да, без всяких ожиданий. Я надеюсь, этот бой будет вот так слаженно и по маслу весь пройдет. И мы видим сейчас первый раунд дуэли сразу же. Вот уже самолеты и появились в воздухе. Вот таким образом все очень быстро и происходит у нас в этом бою. У команды РМТ есть сейчас свой стример, поэтому в протоколах матча можно будет увидеть ссылку именно от этой команды. Возможно, там в этом стриме как раз-то и расскажут поподробнее про эту команду. Ну, а я именно покажу бои. Вот я сейчас смотрю за игроком Остров Крым. Это, кстати, капитан команды ТП. И вот он таким образом разошелся со своим оппонентом. Такие были вот подныры. Сейчас все это перешло в вертикали. Прострелы. Маркер даже не появляется на самолете, с которым летит Остров Крым. Поэтому даже не могу сказать, против кого он летит. Я смотрю, что типа... Так, ну тут у нас сейчас все это перешло в горизонты. И Крым, кстати, использует закрылочки довольно-таки интенсивно. Но я думаю, что сейчас его все-таки прострелят. Вот уже... Нет, немножко не дотягивается его оппонент. Тут я думаю, что у нас будет такая серьезная дуэль. Вот, но... пилот РМТ, мне кажется, все-таки... Вот порезче, вот здесь бы Крыму сейчас развернуться, вот так вот носик бы завалить, да, вот таким вот образом, наверное. Я бы тоже так поступил на его месте, а сейчас уйти вертикально вверх, разворачиваясь немножко в сторону оппонента. После черкания, как вы видите, самолет боя Як-1Б. Так, ну тут пилоты так... вовсю решили подуэлиться по полной программе. Показать все возможности этого самолета. Сейчас я думаю, что вот уже высоты совсем не осталось у самолетов. И сейчас это все перейдет в вираж около земли. Я напоминаю, сейчас смотрю за пилотом Крым. Да, это, кстати, капитан команды ТП. Вот тут вот, наверное, нужно было бы, возможно, даже и не вверх уходить, а все-таки доворачивать. Но посмотрим, вот тут в лоб, стрельба в лоб, это вот такая лотерея. И Мунспарроу отстреливает крыло пилоту Крым. Кстати, Мунспарроу это капитан команды РМТ. Получилось так, что на этой линии сражались два капитана. И... Мунспарроу вот одержал победу в этой дуэли. Так, а что у нас здесь происходит на этой линии? Хаммер. Вот Хаммера атакуют. Тоже у него тут такое положение. Не сказала бы, что самое лучшее для дуэли. Вот он потянул вверх. Это такая хорошая возможность. Весь самолет открыт для прострела. Вот, попадать в такой самолет самое-самое... вкусное, что только может быть в дуэли. И он разбивается. Здесь тоже победа пилота РМТ. Так, и пока я смотрел за линиями, посмотрим. Да, на всех линиях выходит, что победили пилоты РМТ. Вот они все в воздухе, у всех у них есть килл. То есть они попадали в своих оппонентов. И таким образом команда РМТ зарабатывает одно очко в первом раунде. С чем я очень поздравляю команду РМТ.
И миссия закрывается, все пилоты сейчас отправятся в лобби, будем ждать их готовность. Я уверен, что в этой паре команд бой будет происходить очень быстро и без заминок. Все пилоты, грубо говоря, наши соотечественники, я, наверное, так скажу. Ну, буду я смотреть именно за команду ТП, потому что у РМТ есть свой стример, который, скорее всего, будет показывать этот бой именно от своей команды. Поэтому можно будет в дальнейшем посмотреть этот бой со всех сторон. А пока мы ждем готовности пилота для второго раунда. Второй раунд — это у нас парные бои. И я вижу, что сейчас команды взяли 3-минутный перерыв. Вот, интересно, не 5-минутный, а 3-минутный. Видимо, между первым и вторым раундом именно 3 минуты дается на перерыв. Ну а пока перерыв, мы сделаем тоже небольшую паузу. Ну там, да, вижу всю эту стрельбу. О, сбила лага. Дрон, что, дотягиваешь? На так, тут до хрена контактов, Курт. Так, кто выше? Ты идешь на лавку? У тебя 6. Нет, у меня 6, а ты на лавке здесь. Пэмс, разбился. Посмотри, сейчас совершу успешную садку. Нет, он убился, у него парашют. Стоит. Так, одна тебя бросит. Стоит, ты счастлив. Мы тебя не записали. А другая не стоит. Не стоит. Даже говорить не может от радости. Доказать, где этот поедет? Так, это раз. Значит, доказать должна быть. Да, подожди. Одна у меня. А одна у меня в бирже. Все, давай. Принимай подарки. Я в плохое положение. Ну. Ну, ждем с чего. У нас уже все. Ой, ну, сколько тебе не хватило? Курт, возьми мою лавку, пожалуйста. А, там, блин, надо выйти войти, что ли? Хорошо. Бывает, как-то не начисляется. Еще одна. Бывает, ну, надо выйти, что ли, войти, чтобы сервер читал. Готов один. Иди все здесь. Блю. Тихо, я тоже свой сбил. Еще одна. Вижу. Если зайти в тренировочный полет. Нет, нет. Выйди вообще, зайди в игру. Готов. Отлично, я свой тоже перекрутил. Так, так, ну-ка, чекни. Чекнись, чекнись. Так, тихо, Курт, это ты за этой лавкой? Да. А вон он. Вижу тебя. У тебя 6-6, Курт, конкретная, конкретная. Ничего себе. Повредил его очень сильно. Крыл. Все, брось. Отлично. Куда сайт делся у нас? Ему надо выйти и зайти, у него не обновилась информация, забыл.
И таким вот образом очень быстро у нас прошел перерыв, уже запущена сессия, уже самолеты в воздухе, разбиты по парам, и я буду наблюдать за самолетом «Остров Крым», это капитан команды ТП, и вот я сейчас вижу, как он со своим напарником сходится с командой РМТ, которая вот тоже находится немножко ниже, разошлась по сторонам. И тут немножко, по-моему, «Остров Крым» так не решил, куда ему доворачивать. И оба пилота идут за Крымом. И я думаю, что сейчас надо, конечно, напарнику брать какую-то из целей и ее быстренько снимать. Но я думаю, что у Крыма тут совсем такая плотная 6, опять за ним летит именно капитан команды РМТ Мун Спарроу. И посмотрим, как на этот раз все получится у Крыма. Но, конечно, ситуация у него плохая, ну, такая тяжелая, скажем так, очень тяжелая. Да, и его поджигают. Его поджигают и отрывают крыло. Так, смотрим за напарником. Напарник Крыма был Рискаев. Посмотрим, как у него обстоят дела. Тут ничуть не лучше. Чувствуется, что у РМТ тут такое преимущество, я бы сказал, был в маневре и во всем. Ой, и таран еще. Мун Спарроу затаранил, или Рискаев затаранил Мун Спарроу. Но это в принципе не важно, потому что у РМТшников было два самолета в воздухе, а у ТП только один. И таким образом, я думаю, что команда РМТ здесь тоже выигрывает. Кримсон, значит, по точке А сейчас будет перелет, потому что один из участников команды ТП вылетел слишком поздно. Слишком поздно, да. Да. Спасибо за гейм. Да, вот, кстати, я тоже так как бы увидел, что это расстояние такое большое, но не придал этому значения. Вот, и поэтому получается, что будет перерыв сейчас на точке. Мы опять увидим пилотов Крым, Рискаев, и против них будет лететь Мун Спарроу со своим напарником. И посмотрим, как у них получится в этот раз, когда одновременно все-таки вылетают самолеты, а не по очереди. Пилоты уже все готовы. Сейчас только The Game запустит нам игру. Игра запущена. Напоминаю, что это второй раунд, перелет по первой линии. Скорее всего, на второй линии в парах РМТ одержали победу, насколько я успел прочитать Combat Log. Конечно, все очень там происходило так быстро. Но надеюсь, что я правильно сумел оценить те сообщения, которые там выскакивали. Так, 5-секундная готовность нам уже дана. Пилоты появляются в воздухе. Вот теперь Рискаев, значит. О. Рискаев в воздухе. У него напарник Крым. Как и было, все нельзя менять при перелете пилотов. Я сейчас включу, наверное, все-таки на Крыма. Это как-никак капитан команды. И вот под него явно подныривает Мун Спарроу. И будет сейчас снизу вверх вот так вот атаковать. Я думаю, что он попадет и пробивает. Ух,
что же там случилось-то такое. Рискаев явно одного сбил. Явно он сейчас упадет. И... Так. Вот, Мунспарроу. Сейчас надо... Рискаев самый цельный. Сейчас ему, конечно, надо... Надо как-то попытаться... Выйти вот опять из этой ситуации, когда Мунспарроу на 6. Но видно, что Мунспарроу он как садится на 6 и не отпускает свою цель. Зубами в нее вгрызается. И я думаю, что будет очень тяжело. Тут надо пропустить, наверное, как-то попытаться. Но пропустить так, чтобы и не пробили. Хотя Як может много попаданий выдержать, но, конечно, я уже вижу, что уже Рискаев получил повреждение фюзеляжа. Да, и мы видим, что Мунспарроу расстреливает своего оппонента, стреливает ему крылом. Отличная стрельба. И таким образом тоже на этой линии победа команды РМТ. И скорее всего тем самым команда РМТ зарабатывает еще 2 очка в свою копилочку. Но подожду. Так, тут я смотрю, еще какие-то пилоты почему-то вылетели. Хотя не надо было делать это Хаммеру совершенно сейчас. Да, вот я вижу, что ТП 0, РМТ 3 очка. Я правильно тогда, значит, посчитал. Вот, и ведет команда РМТ 3-0. Сейчас все пилоты разобьются, им уже арбитры сказали, как бы, разбиться. Очень быстро идет бой, очень динамично. Вот, и чувствуется превосходство команды РНТ и в маневре, и в стрельбе, и в том, как она ориентируется в пространстве. Молодцы, ребята. Тем самым миссия закрывается, пилоты сейчас вернутся в лобби и будут готовиться к третьему раунду 4-4. Сейчас посмотрим, не возьмут ли команды перерыва. Да, берут все-таки, один из капитанов взял тайм-аут 3 минуты. И пока идет этот тайм-аут, я, наверное, не буду больше включать никаких роликов. Я, наверное, поизучаю статистику наших игроков. Вот, допустим, ТП Остров Крым. Сейчас посмотрим. У него, да, много влетов в РБ и хорошая очень статистика. А, это наземные цели. Он, значит, больше такой бомбардировщик. Ну-ка сейчас посмотрим, на чем он летает. Так, стоп, это было РБ, да? Вот это надо кнопочку нажимать. КИ-102, я даже не помню, что это за самолет, но не похоже, что прям бомбардировщик, нет. Так, и посмотрим, наверное, статистику Мунспарроу. Очень четко стреляет этот пилот. Так, стоп, посмотрим сейчас. Да, он летает больше в РБ. И летает на разных самолетах. Угу. Ну, чувствуется, конечно, что он с паром. Вообще, мне кажется, что он летает, возможно, немножко на джойстике. Уж так резко доворачивается всем.
Приятно видеть, конечно, тоже в боях именно самолет Як-1Б. Он такой, мне кажется, один из самых интересных самолетов именно вот на этом турнире. Только всего лишь несколько раз я видел здесь самолет F1 Мессершмитт, который тоже, по-моему, интересный. Но с ним надо там аккуратнее. У него там греется двигатель, и двигателя может на весь бой такой затяжной немножко и не хватить. Видимо, поэтому пилоты предпочитают все-таки самолет Як-1Б. Так, пилоты почти готовы, и мы ожидаем боя 4 на 4. Так, и уже миссия запущена. Сейчас уже только ждем появления пилотов в воздухе. Напоминаю, что это третий раунд. Бой 4 на 4. Команды доложили о готовности. И старт дан. Так, видим пилоты в воздухе. Посмотрим на остров Крым. Легкий клин. Явно пилоты разбились. Ну, назовем это две пары, наверное. Есть противник. Противник. Одна пара ниже у противника, другая почти на такой же высоте, как у ТП. Мунспарроу выше всех. И вот, наверное, сейчас будет такая атака на Рискоев. Но большое расстояние. Ой, его и подбили, по-моему, в лобовую. И лобовая атака, и остров Крым подбивает своего оппонента, но и сам получает повреждение. И тут же у него 6. Сейчас посмотрим, как его команда, будет ли она ему помогать, либо останется сверху. С такого ракурса, по-моему, очень хорошо видно, что там происходит со всей командой.
Прискайф, наверное, тоже. Ой, то есть Крым, то есть пытается вернуться в бой, но его самолет явно поврежден. И вот сейчас будет здесь ему, да, и останавливает двигатель противнику. Ничего себе, либо этот двигатель уже был остановлен, либо он его остановил. По-моему, остров Крым очень даже поступил правильно. И опять еще одна лобовая. И... Нидхок сейчас разобьется. Хаммер вроде целый, атакует Мунспарова, но его тоже уже снимает. У Мунспарова 6. Да, и стрельба великолепная от РМТ. Хаммер взрывается в воздухе, и это был последний самолет команды ТП. Таким образом, РМТ очень... таким, по-моему, преимуществом прям побеждает команду ТП в этом матче. И РМТ зарабатывает еще 3 очка. Итого счет становится 6-0. Вот такой вот скоротечный матч у нас, значит, тут образовался. Я сейчас не буду тогда ждать пилотов этих команд для, вот как у нас по... Ну, обычно собираются там, обмениваются мнениями, желают удачи друг другу. Я думаю, что все это будет происходить на стриме именно канала РМТ. Вот, а у нас такая просто получилась такая вот запись коротенькая. Яхмус, привет. Кримсон, да. Кримсон, ты, да, РМТ? Да-да-да, все, я тащу сюда. Ну, главное, что у РМТ есть хорошо, тоже свой стример. И накидал чуть-чуть остров Крым. Тихо, тихо, парни, нас перенесли, тихо. Давайте я буду говорить. Так, все, команды. Команды, значит, поздравляю команды с началом чемпионата. И, в принципе, ну, для кого-то он продолжится, для другой команды нет, но тесты приняли. Поэтому, так, у кого там это? Поздравляем РМТ с победой, а команду ТП с участием. И предоставляем слово, наверное, капитану проигравшей команды. Несколько слов о бое, о команде, обо всем понемногу. Значит, спасибо большое. Значит, ну, хочу выразить благодарность не только, значит, не только и, значит, учредителям, и как бы и судьям, но также и команде соперников, потому что соперники оказались довольно таким серьезные. Конечно, немножко нам не повезло с крафтом, ну, судьба, как говорится, так расположила нам карты. Скажем так, ну, ребята воевали с нами хорошо, и мы с ними постарались показать все, что мы могли на данный момент. Все, так, а сейчас, значит, предоставим слово команде, капитану команды победителя. Они мне в приватной беседе сказали, что они уже заросли сединой, так как начинали давно это все дело. И теперь команда РМТ, ваше слово. Ну, во-первых, спасибо команде, противнику, спасибо отдельно Крыму, держал нас напряжение, отзывы тебе очень широкие и высокие в нашей команде. Ну, то, что самолет, видимо, не лучший ваш, это, собственно говоря, наверное, потому что неизвестно, как бы вышло на других крафтах. Ну, Як-1 наш сильный самолет. Так получилось, что он, собственно говоря, нам и достался. Еще раз спасибо. Организация замечательная, с каждым днем все лучше и лучше. Ну, ждем того же продолжения, скажем так, следования вектору избранного. Кримсон, вопросы есть, что, как? Ну, вопрос может быть просто такой чисто технический. Вот команде РМТ у вас, насколько я понял, многие пилоты летают на джойстиках, или мне показалось? Показалось. Наши пилоты настолько суровые, что играют ногами на клавиатуре. А да, и у них эти, от Nintendo у них джойпад там. Интересно.
Ну, выглядело все очень здорово, очень понравилось. Большое вам спасибо вашей команде, что вы принимаете участие в этом турнире и показываете такую красивую игру. Вот. Ну, а соперники, не расстраивайтесь, все еще впереди. Спасибо вам большое за этот матч. И вам спасибо. Спасибо. Дай бог не последний раз. Ремарка, мы регулярно принимаем участие в турнирах. И в первом турнире команда НМ именно от нашей руки вылетела из него. Хорошо. Второй состав, да, я думаю, вылетело, да? Да нет, полный хороший состав на тайфунах пушечных. А, это про тот турнир. Да-да-да, мне рассказывали, как вся наша команда побилась на посадке. Да, я был доволен. Ну, молодцы, молодцы. Маленькая ремарочка. Да, джойстики, все трекеры, все у всех есть, но летаем на мышках и клавиатурах, потому что режим РБ сейчас, собственно говоря, не для джойстика. Но то, что дает неограниченный обзор от третьего лица, никак нельзя компенсировать техникой пилотажа, которую можно только с джойстика получить. Поэтому, увы, мышь. Возможно, к следующему турниру перейдем в симулятор. Ясно, отлично. Вот там-то вас и нокаутируют. Я бы не заикался. Так, ладно, парни, харе пиписками берется. Ладно, мы еще раз бои. Все, счастливо, удачи вам, ребята. Вот, вот такие интересные ребята. Будем за ними наблюдать. Команда РМТ, сильная команда. Покажи там еще что-то интересного, это точно. Всем счастливо, с вами был Кримсон.